команда волонтеров Таишевского района. Кто мы? Мы Добровольный союз ребят и взрослых. Немного о нас. Рост духовный, глаза горящие, отношения деловые, друзья настоящие. Мы собрались объединить усилия для добрых и полезных дел. Нас 595 ребят. Нас объединяет любовь к родине. Нам дороже всего мир и дружба между людьми и народами. О ком мы заботимся? О родных и близких, друг о друге. И тех, кто в беде. Наш девиз – спешите делать добрые дела. Кто в пути, в движении, в поиске, кто для себя открывает мир, кто познает человеческие ценности, кто с любопытством смотрит на мир. Это наша добровольческая организация, ну а мы – небольшая делегация. Своим юным и горячим сердцем научились мы мир любить. И, наверное, иначе волонтеры не могут жить. Мы активные участники и помощники в организации всех районных мероприятий. Патриотических, экологических, социальных, спортивных, культурных. Мы вместе! И это здорово! Мы молодые, мы активные. В конкурсах и акциях, в проектах, в презентациях. Быть волонтером – это круто! Единение – наша сила. Мы – будущее республики! Мы – будущее России! Давайте им тоже подарим большое. Наше любимое движение. Зим, ты знаешь, вот здесь.